Друзья, всем привет! Знакомьтесь, это Пристелла или прозрачная тетра. Часто ее еще называют рыбка-щегол. Этот вид живет в дельтах рек, впадающих в Атлантический океан. Поэтому рыбки могут жить и в солоноватой воде. Поэтому рыбку начинающие аквариумисты любят не только за красоту и выносливость, но и за то, что способность жить в соленой воде очень облегчает проведение карантинных мероприятий. Рыбка стайная. Для содержания небольшой стайки в 6 особей потребуется аквариум объемом от 60 литров. Тетра не требовательна по отношению к оформлению аквариума. Достаточно несколько небольших групп растений, высаживаемых вдоль боковых и задней стенки аквариума. Также нужно будет поместить в аквариум такие элементы декора, как коряги, скрученные корни, желательно обустроить гроты. Рыбки любят периодически укрываться в таких местах для отдыха. Также желательно размещение на грунте высохших листьев, которые можно приобрести на aquamegmall.ru. Такая добавка окрасит воду в желтоватый цвет и насытит ее дубильными веществами, оказывающими благотворное влияние на рыбок. Листья меняют обычно раз в 2 недели. Тех, кто заинтересовался этой тетрой, приглашаем на aquamegapedia.ru. Там подробно изложены особенности и условия содержания. Друзья, смотрите остальные наши видео на канале Aquamega Club. Нажимайте на кнопку внизу, чтобы подписаться и не пропустить свежие ролики. Читайте статьи и блоги на aquamegapedia.ru и присоединяйтесь к нам в соцсетях. Ссылки на них в описании ролика. Тому, кто поставит лайк видосу, отдельное спасибо. Всем пока и да пребудет с вами биобаланс.